больше нет. Но сказать по правде я хотел бы только посмотреть, что будет с нашим миром через 20 лет. Что же будет с миром через 20 лет? В одной большой стране, над которой будет вечный солнце свет. Через 20 лет уже никто не вспомнит о войне, если только знать, что ее будет. Через 20 лет, если что-то будет, через 20 лет. 20 лет немалый срок, и ты за 20 лет поймешь, что такое тьма и что такое свет. И через 20 лет забудут люди, что такое ложь, если только с ними что-то будет через 20 лет. Если что-то будет через 20 лет. Thank you.